Ты ингусом, братан? Нет, я не ингуш. А чё у тебя флаги такие, блядь, Ингушетия и, блядь, Грузия? Ну, я грузин, потому... А ты грузин, да, братан? Я... Ты мне не братан, я тебя не знаю. Я сам с Армении. Мне наплевать на это, но ты мне не братан, я твое имя не знаю, как ты мне братан. А почему ты такие, бля, флаги выставляешь? Для чего? Это один флаг моего народа, а это братского народа. Я тебя спрашиваю, ты ингуш? Я тебе отвечаю, я грузин. Сзади меня флаг моего народа, моего государства, а это братский флаг, ингушей. А, ну они нам все братья, правильно? Кому всем? Ну я армянин. А когда вы побратались с ингушами? У вас даже границы нет. Так у нас армянские церкви в Ингушетии стоят. Где это? Это в Ингушетии. В Ингушетии наши армянские церкви стоят. Как они называются? Они никак не называются. Как? Каждый церковь, каждый храм? Как это называется? Пресс, ты грузин, да? Смотри, не ответь на один вопрос. Смотри, каждый храм имеет название какого-то святого. В его честь строят храм. Ты говорил, что у вас в Ингушетии стоят армянские храмы, но при этом ты не знаешь, как они называются. Мне объясни, как они называются. Ах, Перес, я тебе сейчас объясню, как они называются, да, и все. Смотри, самые первые кавказцы, кто были? Грузины и ингуши. А армяне-то где, блядь, делись, блядь? На востоке были. На востоке? До Римской империи вы где были сами? Мы с римлянами воевали. А вы воевали? С римлянами, да. Помпеус ворвался. А мы жили, блядь. Не, я понимаю, что вы жили как рабы с римлянами, но понимаешь, Помпеус, римский полководец Помпеус, ворвался в Иберию, то есть в грузинскую Виверию ворвался, и наш царь с грузинскими воинами воевали с римлянами, Помпеусом воевали в Грузии. В ходе трех так называемых митридатских войн Понтийское и Армянское царства были покорены римлянами. В 65 году до нашей эры римские войска вторглись и в Восточную Грузию. Здесь в то время царствовал Артак. Едва грузины успели подготовиться к военным действиям, как римляне совершили нападение на их столицу. Скоро в части Иберии, к югу от Куры, Помпей занял господствующее положение. В ходе напряженных военных действий стороны не раз прибегали к разным тактическим уловкам, чтобы выиграть время, обезвредить противника. Перенаправившись на левый берег Куры, Помпей встретил сильное сопротивление в ущелье реки Арагвии. Понеся значительный урон, римляне наконец заключили с грузинским царем компромиссный мир. Восточная Грузия, благодаря своей внутренней организованности, избегла участи многих других стран, полностью утративших в борьбе с Римской империей политическую независимость, превратившихся в его провинции. А персы где, блядь, были, нахуй, а? Персы были в Персии. Вот была страна Армения, блядь, и Персия. А где вы, нахуй, были, блядь? Грузии, на Кавказе, блядь. На Кавказе. На Кавказе? Самые первые кавказцы, ингушиты говорят, это мы, армяне, блядь. Нет. Самые первые кавказцы, блядь. Кто? Ингуши. Ингуши и грузины, это первые кавказцы. Да, да, и чеченцы так говорят все. Ну, говорят правильно, значит. А почему ты мою национальность, ты мою национальность, блядь, да? Ты грузин, да? Ты мою национальность, блядь, сидишь и обсираешь, блядь. Я не обсираю, я тебе говорю исторический факт, что армяне были на востоке. Я где тут обсираю? Я что, оскорбляю армян? Я как-то затронул твою веру, затронул твой народ. Я сказал, что ты спросил, где были армяне, ты сказал, на востоке. Христианин? Да, христианин. Я тоже христианин. Нет, ты не христианин. Я армянин, в смысле я не... Я у меня, блядь... А ну крест покажи. Крест покажи. Он там должен лежать там или должен на... Он у меня здесь висит. Ну, ты достал сейчас его стакана, но не отсюда достал. Он
Он у меня здесь висит всегда. Вот смотри, смотри, я тебе даже покажу, бля. Я его даже наколол, бля. Ёбаный урод. Смотри, вот мой крест, бля. Да. Вот он. А повесить нельзя, да? Тебе трудно носить. Нет, нельзя. Почему? Это мой по жизни крест. Всегда. Понятно. 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 Ах, пресс, я вот так вот разговариваю, да? Ну, а мне наплевать. Вы грузины, вы дохуя на себя, блядь, не берите тоже, блядь, ёбаный урод. Армяне не берут армяне на себя, да? Я тоже, блядь, да, я христианин, блядь. Еще до Иисуса Христа я был христианином, блядь. А что, я неправильно говорю, что ли? Ой, господи! А то есть христианин не от Иисуса Христа. А что, я неправильно сказал, что ли? Господи, господи, это твой народ поменять нельзя, излечить нельзя твой народ. Армян нельзя излечить. Где этот, блядь, Иисус-то был, блядь, до нас, нахуй? Объясни мне. Охренеть! Где он был-то, блядь? Объясни мне, блядь. Мы с первого века, сука, там живем, блядь, ебаный урод, блядь. Иной, кто такой был? Иной. Ной. А, братишка? Он кто такой Ной был? Блядь? Он христианином был? Да. Ой, господи, ну спаси и сохрани. Я молчу. Я...